Для казахстанских школьников разработан Каспийский зеленый пакет. Так называется новая учебная программа. Вице-министр окружающей среды Бектас Мухамеджанов, педагоги и экологи страны сегодня обсудили ее значимость. В базовую версию, помимо методического пособия, входят обучающие диски и игры. Она была запущена в 2011 году в 100 школах Каспийского региона. Педагоги уверены, пособие интересно детям и развивает исследовательскую деятельность. Учебные материалы рассчитаны на школьников 11-15 лет. Впервые зеленый пакет был разработан для Польши в 2000 году. За эти годы материалы для своих школ адаптировали более чем 15 стран мира. Ценность этого пакета в том, что он адаптирован именно к реалиям Казахстана. Вы уже слышали, что к тем 22 традиционным разделам добавлено 3 раздела, которые актуальны для Казахстана. Это опустынивание, это радиационная безопасность, это проблемы воды. Я думаю, что сейчас необходимо все меры предпринять, чтобы этот пакет из разряда дополнительного образования, которое рекомендовано приказом министра, перешел в разряд обязательного образования.